Поэтому наша задача, если мы не можем думать о хорошем, нужно взять свое внимание, насильно переключить его в какие-то положительные области. Посмотреть туда, где есть свет. Свет – это положительные эмоции, это радость, это счастье. Есть хорошее выражение «принеси свет, и темнота исчезнет», потому что у темноты нет своего способа существования, она всего лишь отсутствие света. Поэтому, дорогие друзья, чтобы решить проблему, нужно в первую очередь перестать копать глубже и направить свое внимание именно в свет. Это одна из причин.